Доброе утречко. Ну, уже на самом деле день. Мы идем с Бубеном, Бубеновичем Бубенцовым, в департмент, не помню, как он называется, где выдают американский State ID, driving license, всякую прочую фигню. А я хочу получить Illinois State ID. Ну, это удобно, потому что у меня есть нью-йоркский. Иногда, когда я хожу в банк или еще что-то такое, они спрашивают, где я живу, мне нужно приносить пруф того, где я живу, все это, короче, геморрой. А так на ID обычно написан адрес твоего проживания, и это очень удобно, очень классно, спасает во многих ситуациях. И у меня будет два ID, один нью-йоркский и один иллинойский. Which is amazing. Так что мы идем туда, погода сегодня обещает быть жаркой, плюс 20. И я буду держать вас в курсе. Надеюсь, что придется гладко. Мама, мама, мама. 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 Мама, 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 мама. Мирон. Мирон, Мирон, где мама? Где мама? Где-то там, да. Скажи, мама, мама. Мама, 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 мама. Доброе утро, друзья. Сегодня опять испортилась погода, и будет сегодня дождик, и нам нужно с Мирончиком идти к доктору, как же это по-русски называется, короче, массажист, слэш мануальный терапевт, слэш физиотерапевт, ну, короче, такой чувак, который поправляет тебе твои кости, мышцы и так далее. А вот, я считаю, что у Мирона немножко голова наклонена в сторону, и мне кажется, что это нужно исправить. Вот, так что мы идем сегодня. Надеюсь, что не попадем под сильный дождь, потому что дождь будет именно в тот момент, когда нужно выходить из дома. И ехать туда, на самом деле, далековато, нужно брать метро. Не только метро, по-моему, тут еще нужно брать. Вот так. Вот, и вчера я ходила же за моей ID-карточкой. Честно, закончилось все не очень, потому что моя грин-карта действует только до сентября, и они мне выдадут ID только до сентября. То есть в сентябре мне придется опять туда идти, стоять эту огромнейшую очередь и заново получать новый ID, что, конечно же, не весело. Помимо этого, я вам уже рассказывала, что у нас будет поездка в Японию в сентябре. И так как у меня в сентябре заканчивается моя грин-карта, я надеюсь, что у меня все-таки получится получить визу в Японию. Потому что обычно визу дают на основе какого-то документа, который подтверждает, что ты можешь вернуться в ту страну, в которую ты подаешься на эту визу. Если бы я подавалась в России, конечно же, проблем было бы меньше. Но так как я подаюсь в Америке, у меня должен быть документ, свидетельствующий о том, что я могу вернуться в Америку, но моя грин-карта заканчивается в сентябре. Поэтому я надеюсь, что где-то в августе или что-то такое я смогу получить какой-то документ, который будет подтверждать, что я могу вернуться. Вот так. Доброе утро. Я проснулась, позавтракала. Сегодня, кстати, суббота, и у нас сегодня по плану съемочка. Ну, без Мирона, естественно. Мирон остается дома с няней, а я иду на съемку, у меня будет бьюти-тест. А вообще хотела показать вам распаковочку. Я вчера ходила в магазин в H&M и в Uniqlo и покупала всякие разные няшечки. Няшечки. Вот такой вот огромный пакет. Шматья. Сейчас я покажу вам, что я купила. Я купила такую юбочку. Красивую.
Я ее не мерила, я ее просто взяла и пошла. У меня такие классные, красивые черепашьи пуговички. И она стоила $35. Потом я купила себе в Uniqlo базовую белую футболку. Это из коллекции Uniqlo U. Очень классная футболка, у нее очень крутое качество. Это все, что я купила себе. Сейчас я купила для Бубена штанцы, маскидончики за $5. Спальный костюмчик. Белая футболочка. Плавательный костюмчик. Тебе нравится? Что это? А он от солнца подохняет? И вот такой еще. Мне кажется, слишком он короткий, не? Что? Слишком короткий на пол для полупузика. Ну они все такие. Вот такие футболочки. Вот такие футболочки. Вот такие футболочки. И вот это я купила в Uniqlo. Тоже набор футболок. И это набор футболок. И за все за это я заплатила где-то $120. А мужу что купила? Мужу пакет. А, спасибо. Вот такая юбочка. Но она, конечно, коротковата, блин. Если бы она была чуть подлиннее, было бы лучше, конечно. Потому что так немножко не тот эффект, который я хотела. И мне кажется, она все-таки мне маловато. Это второй размер. Мне не нравится, что вот здесь такой залом идет. Нужно будет попробовать померить четвертый размер. То есть это small. Думаю, нужно будет medium померить, посмотреть, как он будет сидеть. Может быть, medium будет чуть подлиннее. Потому что мне не нравится, что она короткая. Короткая. В каком-то неправильном месте она обламывает мне колени. Честно вам скажу, вот эта футболка из Uniqlo, ее хвалят очень многие, но на мне она не сидит, реально. То есть она здесь широкая, слишком широкая. Как бы я не против широкой футболки, но мне кажется, она слишком здесь широкая. Как-то она... И в плечах она маловато. Тут видно, да, что плечо немножко выше. Мне кажется, вот здесь должно было быть плечо. Причем это medium. Я вообще вполне могу влезть в small, но small тогда еще будет выше. Не знаю, можно допробовать large, но тогда здесь вообще не знаю, что будет, какой-то мешок. Наверное, верну эту футболку. Немножко не то, что я хотела. Короче, я не знаю почему, но мне реально не везет на эти палки. Я их постоянно ломаю. Все, пошла купила новую. Она вообще стоит $25, но там была у нее скидка. И я купила ее за $19.99. Плюс налог, плюс все. Короче, в итоге получилось все равно $25. Вот. И она мини. Видите, она такая маленькая. Я решила, что мне такая будет удобнее. Потому что как бы ее и на стол можно поставить, и прикрепить на какую-то штучку. Вот, я решила попробовать маленькую. До этого у меня были большие, и они ломались, они не влезали в сумку, меня это раздражало. Теперь у меня будет маленькая. Посмотрим. Вот этот бренд вообще очень хороший, но прошлое от этого бренда у меня сломалось. Я ее выкинула. Когда я пришла в магазин, сказали, зря вы ее выкинули, они бы вам поменяли ее на новую. Ну, видите, не повезло, короче. Одна из любимых игрушек Мирона. Это чемодан. Да, Мирон? Короче, вот эта кофточка от Uniqlo очень классная. Она такая, ну, во-первых, у нее классный хлопок. Во-вторых, у нее здесь, видите, рукава с такой вот, как бы, ну, как у взрослого уже. И она прям в облипочку. Мне очень нравится. Не знаю, комфортно ему или нет. Как бы на теле она не совсем в облипку. То есть там еще есть место. А вот именно рукава, они вот, видите, прям аж все его булочки видны. Ну, очень красивая. Очень красивая. Мы купили на 2 года, и, как видите, ему она идеально села. Да, Мирон? Мирон, тебе идеально села? А еще мой бубен вчера упал и ударился головой. Да, Мирон? Сладенький мой. Ударяшка маленькая. Ты любишь колеса? Все бейби любят колеса. Итак, я иду на съемку. И хочу быстренько показать вам, что сегодня на мне одето. Значит, на мне заколочка с AliExpress,
тернолное кашемировое из Uniqlo, мое пальто Saint Laurent, мои джинсы из Mango, ботинки Valentino, очки у меня сегодня мои Super, и, друзья, моя новая любовь, моя новая сумка, которую я купила second hand. Все вы, наверное, знаете, что это такое. Моя дорогая и любимая Celine. Вот так. Так что, друзья, идем на съемку.